В подмосковном городе Лобня завершился 19-й театральный фестиваль «Русская классика». Коллектив из Усть-Каменогорска, который тоже принимал в нем участие, взял сразу несколько номинаций. О том, почему наша классическая постановка снискала похвалы у российских критиков, расскажет мой коллега Антон Сергиенко. В Лобню Восточно-Казахстанский областной драматический театр повез постановку «Гоголевской женитьбы». Декорации для выступления на фестивале пришлось практически полностью переделывать. Сцена оказалась меньше в 4 раза. Соответственно, сменились как рисунок мизансцен, так и пластика актеров. Любые гастроли, и фестиваль здесь не исключение, в первую очередь сопряжены с подгонкой практически всех декораций под стандарты новой сцены. Дело в том, что все театральные подмостки разные, поэтому первым делом машинисты сцены начинают приводить декорации в соответствии с требованиями новой площадки для того, чтобы артисты чувствовали себя как можно комфортнее. Вообще фестиваль «Русская классика» в околотеатральной среде Москвы и у российских критиков на хорошем счету. Здесь открываются новые провинциальные таланты. Участие в нем принимают коллективы из разных городов России и Восточной Европы. Участие в фестивалях неотъемлемо от профессии, потому что это новое. Ты смотришь на других, ты слушаешь обсуждения критиков, ты слушаешь замечания в свой адрес, и идет обмен. Новая кровь, новые эмоции. На спектакль из Усть-Каменогорска все билеты были распроданы заранее. Некоторые зрители специально прилетели из дальнего зарубежья. Артисты из областного театра драмы сорвали бурю оваций. Критики также остались довольны. Наши члены жюри, обсуждающие критики, очень высокого, кстати, профессионализма здесь работали. Они проанализировали этот спектакль. И нам было это очень интересно, потому что это было по-своему поставлено, со своей точки зрения поставлены режиссерами. Актеры тоже очень хорошие, интересные. И мы будем их ждать на будущий год обязательно, потому что у нас будет юбилейный 20-й фестиваль русской классики. По итогам фестиваля у казахстанской постановки русской классики 3 номинации. Самая престижная – за лучшую мужскую роль, и еще 2 – за лучшую эпизодическую роль и за оформление сцены. Спектакль областного драматического театра из Восточного Казахстана, по словам критиков, стал открытием фестиваля. На будущий год от наших артистов ждут новых сенсаций. Антон Сергиенко, Аслан Тулепов, Лобня, Россия.